Я уже забыл. Трущобы это где-то в начале для теста запускал. Ну, пусть будет просто нормальный. Пусть будет нормальный. Last Office. Посмотрим, насколько он крутой. Я должен в какой-то момент преисполниться сюжетом по полной. Типа, умолить о том, чтобы он продолжился. Надеюсь, что так будет. Я хочу такого эффекта достичь. Чтобы было увлекательно. Томми, послушай. И не слишком жестко. Подрядчик, ясно? Мне нужна эта работа. Понимаю. Ладно, поговорим об этом утром. Это поговорим не... Поговорим утром. Элли. Ага, да, пока. Это не другая. Эй. Подвинься. На работе достали, да? Это главный дядька. Чего не спишь? Уже поздно. Ну, это же Геральт его озвучивает. Тебе давно спать пора. Но еще не полночь. Солнышко, не надо. У меня нет сил пререкаться. Вот. Это Цири. Что это? С днем рождения. Она подарила ему коробку сыра. А нет. У тебя ведь часы сломались. Ну, вот я и решила... Как у доктора Стрэнджа. Сломались. Нравится? Что? Очень, но... Слушай, они же не идут. Что? Нет. Так заведи их, типа... Дочь, откуда у тебя деньги? Дурь. Я приторговывала дурью. А ты можешь выплатить кредит. Ага, сейчас, мечтай. А как он понял, что она не врет? Или что она врет? Вдруг она реально приторговывала. Я бы спросил. А, на них вроде сейчас кто-то нападет, да? Спи, котенок. По законам драматургии, после супер-мега-мирного эпизода должно что-то случиться прям супер-ошарашивающее. Алло? Сара, мне нужно поговорить с твоим папой. Дядя Томми, сколько времени? Позови папу, скорей, тут... Дядя Томми? Понятно. Алло? Зомбари прилетели. В чем там дело? Надо порассматривать, наверное, для приличия всякие эти. Качай Back for Blood. Привет. Слушай, Back for Blood, я на PS5 была в какой-то момент двухдневная бета-версия бесплатная. Я скачал. Вот. И слушай, что-то мне не зашло. Я поиграл часа полтора, и как-то я понял, что вот почему-то геймплей не притянул. Я вот не знаю, может быть, он требует больше, чем полуторачасового покрывания. Обычно вот я сразу за полтора часа понимаю, дальше хочу играть или нет. Вот. Да нет, мне не понравилась кор-механика в игре. Типа, что вот ты шутишь, по зомби постоянно стреляешь, и так и будет почти всю игру. Там было как-то слишком кроваво и слишком неприятно для меня. И слишком много надо вот взваливать на себя усилий. По поводу того, что там очень много зомбарей, и каждый зомбарь, их же много, требует очень большого внимания к себе. Не прям, чтобы сильно много, но вот каждый зомбарь требует отдельного наведения на него прицела. И они неприятные, зомбари, и еще вот это кровище, которое вроде как отключить, наверное, нельзя. Хотя я играл в Left 4 Dead 2,
И даже вот несколько часов играл и в коопе с друзьями играл. И вроде даже местами прилично было. Но знаешь, в чем проблема? В геймпаде немножко отличается на геймпаде. В геймпаде проблематичнее с прицеливанием. Это становится... А когда зомби много и надо постоянно наводить прицел на каждого, это становится какой-то уже прям вообще морокой дикой. Может быть, на мышке получше ощущается. Ты здесь? А ноутбук у меня не потянет Back 4 Где Blood. ты ходишь? Есть сообщение, что у пораженных Ну, не знаю, я в Fortnite готов с тобой пойти. Пойдешь в Fortnite со сковороды? Вот Fortnite мне понравился. Там все цветасто, с всякой этой. Что это было? Ну да, на клавомыше явно получше. Вот пошли в Fortnite, если хочешь. Могу пойти даже в Team Fortress 2. О, классика. А думаешь, я умею Fortnite? Я первый час зашел, и там все понятно. Просто шутан для казуальщиков. Даже я разобрался, хотя это типа мне очень тяжело идет с самого нуля осваиваться. У меня прям как только вот надо учить Где новые телефон? механики, сразу желание пропадает. А вот в Фортнайте там все так по-детскосадово организовано, что вот как раз для меня. 8 звонков. Где тебя носит? А пока я хочу Позвони вот мне. по ночам допройти этот Иду. великий Last of Us 2. Первый пока, а потом второй. Он же великий, типа, да? Где он? Ох уж эти незаслуженные комплименты. Уточка. Они еще и ремастер типа сделали. То есть изначально было совсем все плохо с графикой. Ну как плохо? Относительно того времени круто, наверное. Ну ладно. Блин. Я вот... Так, сюжет. Наконец-то. О, молчать. Ты цела? Да. Сара, это не главная героиня. Никто не приходил? Нет, а кто мог прийти? Оттуда явно Подходи зомбарь к полезет. дверям. Стой, где стоишь. А я подойду к двери его Папа, ты специально. меня пугаешь. Что случилось? Это куперсы. С ними что-то не так. Куперсы. Они больные. Чем больные? Боже. Джейми! Папа! Детка, сюда, скорее. Ты слышишь, что я тебе говорю? Куперс. Не смей! Я отключил жестокость в настройках, а она не исчезла. Сара. Обман. А мы только утром. Послушай, тут творится что-то страшное. Надо отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Да. Томми, давай скорее. Да. Где тебя носило? Ты можешь объяснить, что тут происходит? У меня есть идея. Хватит. Охренеть. Залезай. Ты же весь в крови. Она не моя, мы просто уезжаем. Говорят, половина города с ума подходила. Может, уже поедем? L2, L2. А, ясно. Можешь сказать, что случилось? Приближение. Потом. Эй, Сара. Ты как, солнышко? Сколько, интересно, Хорошо? часов проходить? Не включишь радио? Само собой. Там новости будут какие-нибудь ужасные, да? Без связи, без радио. Да, офигенно. Еще минуту назад были новости. И что сказали? Сказали, армия перекрывает шоссе. Вокруг Трэвис нет въезда. Надо валить отсюда. 75. Ну, Жалко, что мне заспойлили концовку второй части. А сколько умерло? Думаю, много. Нашли одну семью, их растерзали Томми. прямо в Интересно, доме. сильно ли я потерял? Да. Я знаю, чем кончится вторая Прости. часть. Ну, не знаю, чем кончится первая, но, наверное, просто они выживут и все. Господи, что же это такое? Они не знают. Будет Но ли не тут только нас невероятный ждут. сюжет, прям, который Сначала сказали только на юге, теперь уже и столько... восточное побережье, и западное. Просто ад. Это ферма Луиса. Надеюсь, он успел унести ноги. Уверен, что да. А мы больны? Нет. Конечно, нет. Ты уверен? Говорят, это что-то со здешними. Мы в Разве порядке. Джимми не здешний?
Да, и он тоже. Просто знаю и все. Ладно. Деревья прогружаются на ходу. Давай остановимся. Ты что это делаешь? Езжай давай. С ними ребенок, Джоэл. С нами тоже. Здесь хватит места. Эй, не смей тормозить, Томми. Стойте! Так они почти дошли до города, уже нормально. Если ты видел, что видел я, еще найдется кому помочь. Мы могли помочь. Да ладно, они почти дошли. Плохо дело. Когда всем до одного, одно и то же в голову приходит. Ну, можно просто сдать назад и... Эй, чего стоим? Поехали! Разворачивайся. Кошкин дом. Томми! Твою мать! Что за хрень? Что за хрень такая? Ты видел? Да, я видел! Охренеть! Что? Сворачивай давай! Я тебя не понимаю. Нет, 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 нет. Ну, ребята, с дороги! Откуда они бегут? Что? О, нет. А. B4B у меня на платину. Ух, ты говоришь какими-то этими... ребусами. А, типа ты... ты проиграл в игре Бакфабла. А, ты прошел. А, ну... ну ладно. Я нет. Не останавливайся, Томми! Не могу же я их задавить! Сделай что-нибудь! Вы, кстати, тоже люди! Туда! Вот туда! Держитесь! Давай! Я буду проходить на платину, только если мне прям игра настолько сильно понравится, что жесть. Ну, наверное. Да ладно, найди просто в Дискорде там Back 4 Blood кого-нибудь подходящего, и вообще нормас будет. Эй! Пап! Назад, детка. Отойди. Я в порядке. Мне вот хватает здесь зомбарей. Да-да-да. Все, пока. Пап? Я здесь, Мила. Здесь. Дай мне руку. Что такое? Нога болит. Сильно? Сильно. Придется убегать. Твою мать. Томми, прикрой нас. Давай, детка. Держись крепче. Крхепче. Он умер. Страшно. О, нет. Глаза, Сара. О. Ужас. Горят. Сара, не смотри. Ладно. Как бы я повел себя в такой ситуации? Да. Наверное, тоже бы бежал как. Смотри только на меня. Мы выберемся. Обещаю. Я стою! В театре. Куда, куда бежать? Туда? Точно сюда? Ага. Господи. Он мёртв! Почти пришли. Господи. Почти пришли, малыш. Они прорвались! Иди вперед! Найди выход! Пошли! Стой! Быстрей! Беги к шоссе! Что? Беги, спасай Сару! Я догоню! Дядя Томми!
Ждем тебя там! Живо! Шоссе в никуда. Почти пришли. Быстрее беги. Ну че ты? Ой. Не бойся, мы пришли. Пришли. Эй, нам нужна помощь. Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание? Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним. Он что, убьет эту, что ли? Сэр, но тут ребенок. Да послушайте, мы еле дошли. Мы просто... Ой, я сейчас точно пристрелю, не хочу смотреть. Ну... Ну я так и знал. Нет. Не надо. Сара. Сара. Дренатель. О, ну все. Могу пропустить. Ничего. Да, могу пропустить. Все, я понял. Я понял, она умерла. Все. Третий блокпост открыт. До комендантского часа мало времени. Надо спешить. Что-то прошло много времени, наверное, они. Принесли повестку. Может, я зря пропустил. Отправляют на общественные работы за кордон. Что за бред? В патрулях должны быть солдаты. Так. Да, цвета. Внимание. Граждане обязаны носить и выполнять все приказы персонала. Смотри, а паёк-то до сих пор не раздают. Видать, снова нехватка. Паёк. Похоже, зараженных все больше. Значит, больше людей бежит отсюда. Но они построили. Где взяли такие колонны? Ой, там небоскреб упал. Фига, как это так он упал? Взорвали? Если уступим бродягам, тоже станет и с нами. Здесь такого не будет. Если бродяга хотя бы косо посмотрит на меня, ему хрен. Так, наверное, думали в каждой зоне. Ой. Печалька в том, что даже если запомнишь, то толк с этого. Теперь у нас новые документы, так что проблем быть не должно. Держись спокойно. Что же пойдет не так в этот раз? Документы. Пожалуйста. Куда идете? Выходной. В гости идем. Ладно, проходите. Спасибо. Олу. Ну вот. Уходите, вам! Закрываем! Бег, ага. Всем гражданам немедленно покинуть его окрестности.
грызть. Мать, вот тебе и легкий путь. Останови уже кровь. Ну, аптечка вверх. Ладно. Р2. Теперь все пропускные пункты закроют. Нужно обойти снаружи. За стеной? Ну, или можем отпустить Роберта. Смешно. Эй, Тесс, ты это видела? Я была там. Как там восточный тоннель? Тесс, надо нормально запомнить. Только что оттуда. Патрулей нет. А вы-то куда? В гости к Роберту. Вы тоже? А кто еще его ищет? Марлин. Она пыталась его найти. Марлин? А зачем цикадам Роберт? Она мне не докладывала. А что ты ей сказал? Правду? Я не знаю где. Не могу понять, о чем они. Молодец. Не высовывайся, ладно? Увидимся. Ага, до встречи. Цикады, наверное, очередные плохие дядьки, которых нужно будет просто мочить, потому что они плохие. Марлин ищет Роберта? С чего вдруг? Не нравится мне это. Надо найти его раньше, цикад. Марлин, а кто такая Марлин? Это мы. Привет, как дела? Паршиво, слышал, небось. Багет. Как, все нормально? А, все тихо. Ни солдат, ни зараженных. Вот это мне нравится. Каков телек. Джоэл, помоги. Дай-ка я посмотрю, что там лежит. Шахмотья. А где еще шахмотья? А что-то... Где остальные? Других шахматьев и нет. Играли тем, чем был. А ну-ка, спокойно. О боже, ну и вонь. Выбрасывают все подряд, дышать нечем. Берем снарягу. Можно бежать. Ать. Наши рюкзаки никуда не делись. Патронов мало. Ну так не промахивайся. Ага. Ценный совет. Р2. Ну, ковбой, подсади меня. А. 4 патрона всего лишь. Готов? Да, мэм. Руку. Силачка. Давай. Женщина-халк. Готова. Осторожно. Ну, ясное дело. Вопрос с подвохом? Холодильники. О, вот такая американская кафешка. Я бы хотел, чтобы такие были у меня в городе. Такой прикольный дизайн с такими столами. Прикол. Давно я здесь не был. Мы как на свидании. Ты же знаешь, какой я романтик. Да уж, знаю.
Тут приличный графоний. Кстати, скоро же сериал выйдет по этой игре. Ну, хоть буду в курсе. Где лестница? Должна быть где-то здесь. И она вот здесь она. А, нет, не здесь. Вот она. Есть. Супер, тащи. Лестница к стене. Тут механика с лестницами. Понятно. Дамы вперед. Дамы. Это я, что ли, дама? Ну, вроде того. Сюда. А как же равенство? Вот тут есть что-то. Это что такое? Понятно. Обманульщики. Раз надо идти туда, значит надо идти обратно. Чарт иди. Банка. Теперь вниз. Думаешь, Пушки, еще у Роберта? Надеюсь, ради его же блага. Если вернем товар, сбыть его будет несложно. Нормальное Стой, помещение. Споры. Как он быстро отреагировал. Откуда они? В прошлый раз все было чисто. Ну, берите откуда-то. Будь начеку. Так. Да ей не нужен ремейк, наверное, под пятую плойку. И так нормально. А вот и виновник. Труп свежий. Тут может быть опасно. Хотя они черт тут уже сделали. Здесь должны пролезть. Чувак! Ты цел? Да. Тут потолок проседает. Осторожно. Креслица удобная, наверное. Сюда. Тише. Сейчас. Смотри, смотри. Помогите. Маска сломалась. Не хочу превращаться. Нет, надо его избавить от страданий. Ты что задумал? Пошли. Он мучился. Водичка. Ух. Впереди, слышишь? Ну там ясно. Зомбарей. Ah!
Они не увидели? Вроде больше никого нет. Теперь на второй этаж. Наверное. Вот что валяется. Свет прикольный. Списка. А ничего, перевода не будет? О, еще и курсивом. А, вот же, вот. Зона, что такое зона? Пошел армейский патруль. Да. Зараженные пытаются проникнуть в зону. А, зона — это вот это место, где они сейчас. А, нет, они вышли из зоны. Все, я понял. Ой. Все, бежим. А с ней же все окей? Так закажи белу, освежители воздуха. Да, действительно. Сюда. Прикрой вход. Ладно. Природа тоже воняет. Почему? Города лучше природа. Имхо. Доска упала. Города — это улучшенная природа. Сейчас. Доска. Давай-ка. А, ей передать? Ну-ка, передай мне. Все, на. Она тяжелая. Справлюсь как-нибудь. Ладно. Он в нее не верит. Ну вот. А как мне? А, все понятно. Залезай и пошли. Раскомандовалась. Ага. Он прав. Она раскомандовалась. Проверим, нет ли рядом солдат.
Чисто. Пошли. Зомби-ферма. Это же медальон. И как его... А, я понял. Так тебе. Тарельцы КД. Бенглюек. И что? Просто так? Надо. Закрой. Чух. Бери патроны. Пригодятся. Беру. Пошли. Ну, малыш. Убедись, что там чисто. Ни солдат, ни людей Роберта. Ага. Обманет. Обманывальщик. Похоже, он нас ждет. Ну, тем интереснее. Люди Роберта. Кто такой Роберт? Ну что, пошли. Паттинсон. Эйтес, Эйтес! Эй, красотка, как делишки? Не сейчас, Терренс. Да я заплачу вот-вот-вот. Понял? Вот, вот. Не сейчас. Понял? Потерплю. Только не надо злиться. Что такое? Симулятор бомжа. Если нет талонов, даже не трать мое время. На патроны меняться не буду. Скорей, жрать охота. Потерпите. Извини, собаки наперечет. За час всех раскупили. Приходи через неделю. Билеты. Ронал, купи. Тесс, давно не виделись. Ты к нам не заходишь. Блокируй удары! Ну, нападай ему! Заткни его, хлебила! Другой разговор! Давай! Надери ему задницу! Лупи! Я на тебя ставил! Попробуй продумать! Ты куда попёрся? Я сбил в табло! Вымоти его! Сядь, я не... Прости, Тесс, не знал, что вы с ним вместе. Иди. Урок окончен. Кто это? Старый знакомый. Не спрашивай. Это кто там? Канди-боберный. Погадай мне. О. Стоп, это что такое? Бутылку можно... О, у нее звук бутылки. Дрррр. Какой реалистичный звук у бутылки. Дрррр. Повестка. Генерал карантинной зоны Бостон. Пофиг. Понятно. Он столько всего на фабрике сховал. Эй, полегче. Да-да. Злая тетка. Наверное, злодейка главная.
Да не заберет он тебя, жирафа. Я ищу Роберта. Он тут был? Да, недавно. Он на верфи. Туда пошел. Топ-работа. Хочу также. Говорить, куда идти, получить деньги. Началось. Пропустите. Вы, ребята, разворачивайтесь и валите, если шкура дорога. У нас не с вами разборки. Нам нужен Роберт. Даже не вздумайте. Развернитесь и валите, мать вашу! Я без Роберта с места не сдвинусь. Сука! Я тебе все мозги вышибу, но задницу ты отсюда уберешь! Робертина. Черт! Эй! Что это такое? А ну как? Я прикрою. Да. Займись ими. Он-то не заслужил. Ну, так, капец. Молодец, ковбой. Ты тоже. Откуда у него столько людей? Роберт прошел меня перечать золотые горы. Коробка. Пора с ним разобраться. Черт, тут не пройдем. Какой-то Роберт. Эй, подсади. Ой, я этого надпись помню. Ну-ка. Last office. Последний офис. Дай руку. А сердце тебе не даст? Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Иди сюда. Ой, укрытие, все ясно, пострелушка будет. Снова люди Роберта. Да, откуда бежал? Двое наших погибли, пытаясь убрать Тесс. Зуб даю, она с Джоэлом вот-вот придет сюда за Робертом. Охренеть. Зря мы взялись за эту работу. Теперь-то что? Наверное. Сосредоточиться и не дать им проскочить. Ну давай. А за что, что они такого сделали, что их надо мочить? Ой, ой. Обучение. Так. Жестокое убийство. Какой кошмар. Это убиение. Я был тут, на Джордан-стрит, и вдруг появились солдаты. Вели гражданских в наручниках. Сейчас угадаю. Цикады? Ага. Поставили к стенке и бац, бац, бац. Всех перестреляли. Братан. Давай осмотримся. Ой.
Не хотел бы я, чтобы так приходилось. Уже час. Куда нам надо? Ключ от склада. Вот здесь. Вон тут. Мы перенесли ящики на южный склад. Все припасы под замком. Давай еще раз все осмотрим и пойдем. Скоро комендантский час. А как же Роберт? С кем он сегодня останется? Этот псих боится быть один. Что там? Эй, ты слышал? Да. Ага. Уязвимы для холодного оружия. А, ясно. Я слышал. Надо было сохранить. Или нет? Хераси! Зараза! О, нет. Нет, не все. Не все. Черт. А где здоровье? Плохо прицеливаться. Блин, один патрон остался. О! Понятненько, я все провалил. Так, мы перенесли ящики на южный склад. Все припасы под замком. Давай еще раз все осмотрим и пойдем. Скоро комендантский час. А как же Роберт? С кем он сегодня останется? Этот псих боится быть один. Откуда я знаю? Надо бы с ребятами поговорить. Ладно. Эй, брат, слушай, давай без глупостей. Сколько же, интересно, можно его захватить? Спалюсь. Сейчас он развернется. Как раз узнаю, сколько раз можно. А нет, у другого узнаю. Давай без глупости, а. Довольно долго. Чертовски долго. Там еще внизу один остался. Справа. Справа? Ага. Точно, я же мог прислушаться. Ну, фантомная раковина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 секунды. А чёрт! Так. Обходи эту шалупонь. Ой. Так. Нужно было взять больше людей. Лишняя морока. Да. Пошли, пристань вон там. Разберемся с ним. Здоровье. Наверное, пока не надо. Тоже был. Куда идти? Поищем ее. Вниз, да? Удержу. Эй, ну я удержал.
Не вышло, не вышло, ничего. Не вышло. Брикенбад. Вон он ходит. Куча дядек. Даля раз стреляли. Живой пока, ублюдок. Ну все, пошли. Фига он смелый. Его могли заметить. Грузы уже давно не приходят. Сначала мы потеряли агентов на севере. Ой, у меня нет запасов никаких. И вообще непонятно, с кем. Из-под тишка, разумеется. Падает тишка. Давайте по-тихому. Их тут полно. Да-да-да, я. Я так и зарешил. Ну, можно прислушиваться. Ну, самоубийство. Ой, надо его... Я лучше здесь останусь. Захватить. Эй, мужик, ты чего? Без нервов? Надо было подальше отвезти. У него кирпич, лол. Так держать. А что, бутылка... А, заменяет бутылку. Итак. Чё, никого рядом нет? Их же много было. А вот. Вот. Это как, он наведет сам? А можно ли без убийства пройти вообще? Интересно. Ой, они же увидят. Вы что, слепые? Пошли. Ух! А ну не трожь его! Черт. Скорее, скорее. О, помогла. Взять больше, чем одну палку. А нет, одна и та же палка. Как же выбрать палку? Она что-то не выбирается. А, все понял. Хорошо, об стену она не разломается. Понятненько. Ну, поехали. Назад! А ну назад! Это он. Мы хотим поговорить. Идите нахер с такими разговорами. Убери пушку. Нахер пошли. Удирает. Пистолет же можно купить патроны. Зачем ты выкинул? Роберт! Джон, сюда! Я бы не стал выкидывать. Им можно угрожать, типа, я выстрелю. Теперь у него нечем стрелять. И где? Джон, сюда!
Тут секретная зона? Нет, 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 нет. Вот видите, Джоэл. Тесс, Джоэл. Мы ведь без обид. Ну что ты? Он напоминает какого-то вроде актера из «Игры престолов», вроде. Слушай, что бы там про меня ни наговорили, фигня. Я все объясню. Пушки. Скажи нам, где пушки? Ну, не помню, как его звали. Да. Да, да. Тут есть проблема. Стойте, послушайте меня. Я просто... А, черт. Черт. Стой, стой, стой! Хорош орать. Говори. Я продал их. Не поняла. Мне нужны были деньги, долг платить. А как же мы? Нам ты разве не должен? Дайте мне время. Хоть неделю. Знаешь, я бы подумала, не попытайся ты меня убить. Да ладно, у кого же... Пушкин? Пушкин? У кого? У Лермонтова. Не могу. Дайте пару дней. Где наши пушки? Они у цикад. Я продал их цикадам. Понятно. Что? Эй, их почти не осталось. Мы можем просто пойти и добить их. И пушки наши. Что скажете? Ну что? А зачем вам пушки? Перебьем этих лохов. Нам расплюнуть. Да он же в них выстрелил. Это плохая идея. О. Ну, что дальше? На убийц. Пойдем выручать товар. Как? Не знаю. Мы объясним им. Осталось решила только всех убить. На них выйти. Это будет вот несложно. Грильёжно. Ну вот. Сама королева. Зачем вы здесь? По делу. Она была на плакате. Паршиво выглядишь. Наверное, это она. Где Роберт? Он умер. Он был нужен живым. Пушки, что он продал. Они были не его. Отдай их. Так не делается. Да что ты. Я заплатила. Хочешь забрать? Поработай. Что? И сколько талонов ты хочешь? Не нужны мне талоны. Нужны мастера контрабанды. Поможете? Талоны. Верну ваши пушки, даже больше. Они у тебя? Слыхал, военные вас сильно потрепали. Да, ты прав. Я покажу товар. Тара-тара. Мне пора. Решайте. Нам нужны эти пушки. За мной. Нужно уходить. Быстро. Хочешь сделку? Пошли. Мы здесь были уже? Нет. Вот что-то есть. Что-то валяется. Стоп, что? Еще, да, защечка. Сюда. Я знаю, где можно обойти. Пошли. Джоэл. Цикада, цикада, да. Ни хрена себе.
Это твои люди? Что от них осталось? Думаете, почему я пришла к вам? Сюда. Почему сейчас? Мы сидели тихо, собирались уйти из города, но им нужен козел отпущения. Они хотели нас провоцировать. У них получилось. Мы пытаемся защищаться. Я не понимаю, кто чего. Нож. Справочники по ножам. Джоэл, помоги мне. Эй, как ты? Выживу. Стойте, солдаты. Вон выход, дверь под мостом. Уж очень их много. Прокрадемся тихо. Хотя знаю, вы любите стрелять. Там видно будет. Все, пошли. А я не люблю. Нужно добраться до двери. Геймпад. Винтихляется. Понаставили кучу укрытий, а никого и не было. Значит, мы сюда вернемся? Или что это значит? Или это обман? Этот мой. Вы кругом обойдите. Ну ладно. Кругом. А, вон дверь. В дверь. Моя смерть ничего не даст. Хорошо. Слышал. Эх. Ой, ты сильно шумишь. Какого черта ты так шумишь? Если убьешь меня, тебе конец. Да вроде как нет прямой взаимосвязи. Докинусь кирпич. Он сейчас повернется. Не глупи! О, вроде обошлось. Этот так и стоит. Ну и стой дальше. Mm.
Эй, что? Уже недалеко. Ко-ко-ко. Откуда он взялся? Его же тут не было. А, что здесь был? А. Ну, блин, там укрытия не могут быть просто так. Это будет самый величайший обман в истории, если там ничего не появится. Они, значит, сейчас туда полезут и будут прятаться за ними, да? И чё? Не сюда? А куда идти-то? Может, они за мной бегут? Нет, вроде сюда. Для создания удерживайте. Икс. Там не появляется никакая кнопка. Почему? Скорее нам сюда. А, треугольник. Куда мы идем, Марлин? За мной. Уже близко. Близко. Так упадет ведь, нет? Шкаф таким образом. Ты как? Силы на исходе, но я справлюсь. А что это с ней? Уже близко. Внимание! Начался комендантский час. Те, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Что выносим-то? Я покажу. Суды судянские, грильежи грильеванские. Джоэл, помоги мне. Да пожалуйста. Давай, вставай. Отвали от нее! Эй! Он появился. Отпусти. Что, уже и детей вербуете? Она не из наших. Черт! Что случилось? Не волнуйся, заживет. Нашла помощь. Это... Но сама не пойду. Я тоже остаюсь. Элли. Это Геральт пришел. Стоп. Геральт. Так речь о ней? Группа наших будет ждать возле Капитолия. Да уж, не ближний свет. Вы справитесь. Отведете, вернетесь, оружие ваше. Вдвое больше той партии. Кстати говоря, где она? У нас в лагере. Покажешь, тогда и договоримся. Пойдешь со мной. Проверишь оружие. Меня подштопают. Но ей в ту часть города нельзя. Джоэл за ней присмотрит. Подожди, ты я что? На это не подписываюсь. Я с ней пойду. Ты их знаешь? Я знала его брата Томми. Он сказал, что на Джоэла можно положиться. Уже после того, как бросил с вами партизанить? Он и тебя бросил. Он так... был мне другом. Запоминать надо все детали, а то... Отведи ее к северному тоннелю и жди меня там. Всю жизнь мечтал. Это просто груз. Марлин... Хватит спорить. Не бойся. Иди с ним. Только недолго. А ты за мной. Пошли. Follow me.
Бам. Ого. Я слышала стрельбу. Что случилось? Реально Геральт от Цири. Цикады. Если не уберемся с улицы, тоже будет и с нами. Ты же профи. Я просто иду за тобой. Ну, типа, да. Сюда. Она не идет за мной. Поживей. А не со мной. Прибудьте со мной. Прибудьте со мной. Сюда. Так мы попадем в северный туннель. Как нам туда добраться? Погоди минуту. И куда же? Неужели вот в эту маленькую дыру они не пролезут? А, я понял. Нил Дракман, ты ли это? Я узнаю почерк Нила Дракмана. Ее зовут Элли, Долли, Изи, а его зовут как? Его зовут? Ганс? Его зовут Джоэл. А товар вы по туннелю таскаете? А ее зовут... Да. Типа контрабанду? Иногда. Молли? А детей водил? Нет, это первый раз. Так что за дела у тебя с Марлин? Ну, мы вроде как дружим. Дружите? Глава цикад подружка твоя? Тебе сколько, лет 12? Она знала мою маму, и она за мной присматривает, а мне 14. Какая вообще разница? А где твои родители? Там же, где у всех. Умерли давно. Ох, замок. Решила забить на уроки. Обман. Избежать к цикадам за приключениями. Мне запрещено говорить, почему я должна выбраться из города. Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему мне не обязательно. Мне вообще плевать на тебя. Отлично. Супер. Вот какая она, вот какая. Мне плевать. Это грубовато. Даже если это и правда. Я бука. Ну, я и сам такой. Ничего, 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 ничего. Чего разлегся? Убиваю время. А мне что прикажешь? Я тоже хочу разлечься. Ты сама придумаешь. Часы разбились. Ой, я ж могу вот как сделать. Какие часы? О, флешбэчинге. Нет? Куда? Она что, украла часы и свалила? Нечего было говорить, ты что ему... Ты помочишь во сне? А, нет, не ушла. Ненавижу кошмар. Да, я тоже. Да-да-да.
Да. Я еще не бывала так близко у границы. Здесь так темно. Там что, еще хуже? Хуже? Зачем вообще ты нужна цикадам? Потому что она избрана. Простите, что задержалась, проклятые солдаты. Как Марлин. Жить будет. Я видела товар. Много. Готова? Да. Идем. Поп-фильтры никому не нужны. Че покупал? Вот какой Джоэл, вот какая тетка. Услышь меня. Мне не кажется странным, что Марлин выбрала нас. Она хотела отвезти девочку сама или с кем-то из своих отправить. Но на безрыбье. У нее мало людей, пришлось нас просить. Надеюсь, будет кому нам заплатить. Кто-то найдется. Поехали. Идем. Не пускают. Понятно. Оп. Ой, какая мини-игра чудесная. А, надо только вот, ясно. О, какое. Чудеса. Кто нас будет встречать? Она сказала, несколько цикад из другого города. Большая честь. Ты кто такая? Ты дочурка важной шишки, что ли? Типа того. А долго нам еще идти? Если все пойдет по плану, мы дойдем через 40 часов. Давай договоримся. Ты не отходишь ни на шаг и делаешь, что скажут. Да, конечно. Лезь, посмотри, что наверху. Там что-то. Стойте, впереди патруль. Ну все, ушли, вылезайте. Давай, Элли. Элли, понятно. Осторожней. Ее зовут Элли Грилье. Мелли. Дрелли в метели. Охренеть. Я за кордоном. Дрелли. Вот сюда. Какая? Так, без глупостей. Но. Вставайте на колени. Сканирую, я доложу. Ладно. Руки за голову. Это Рамирес, сектор 12. У нас тут трое бродяг. Так точно. Дай сбежать. Мы хорошо заплатим. Заткнись. Как все задолбало. Угу. Скоро они. Пара минут. Прости! Нифига себе. Ужас. Ни хрена ж. Я и не думала, что вы их убьете. Вот. Смотри. Фиго жизнь.
Не понял, это что, подстава? Я... На нас повесили больную девчонку? Я не больна! Нет? Прибор ошибся? Я объясню! Да уж, придется. Смотрите! Да плевать, как ты заразилась. Укусу 3 недели. Дольше 2 дней никто не протянул. Хватит врать. 3 недели, клянусь. Зачем вас подставлять? Я тебе не верю. А стоило бы рассмотреть гипотезу. Дес, беги. Беги! Вставай, бежим, бежим! Типа реально, зачем подставлять? У меня 2 трупа. Повторяю, в 13-м секторе 2 убитых. Срочно требуется подкрепление. Черт! Теперь их столько набежит. Соберись, Эли. Бежи по моему сигналу. Бежать по сигналу. Ясно. И бегом. И за тобой. Ты подальше от фонарей. Те ящики, получается, были не нужны. Это обман. Ох ты. Первый раз такое. Бегом, бегом! Элли, еще одна пробежка. Готова? Готова. Черт подери, сколько солдат. Я думал, их запалили уже. Солдаты, вон там. Да вижу, вижу. Похоже, прорвались. Проверить траншеи. Не лезьте. Ой. Пригнись, а то заметят. Ну, закрою. И как? Надо все равно мимо него? А, ну ладно. Я понял. Что видишь? А что впереди? Пока ничего. Слепой. Что-то валяется. Крепеж. Хочется создавать. Но впереди еще. Странно. Сверху лучше, чем снизу. И куда идти, туда? Наверное. Пролезать.
или... Ну... Лезем. Черт, опять патруль! Пригнитесь! Иди сюда, Джоэл. Иду, иду, иду. Как же их тут много. Как мимо них пробраться? Нас пока не заметили. Пошли в обход. Ну что там? Слишком много. Жесть. Я тебя найду. Оу. Блин, они совсем рядом. А черт! Да нет там никого. Блин. Нет, я не справлюсь с этой задачей. Но кирпич справится. А нет, не справится. Тебе конец, ублюдок! Блин. Нифига кирпич не справился. А где-то бутылка лежала. А вот. Удила и прудила. Нац. Вот с водой. Мы убегим от тебя. Злодей. Ах ты какой, ах ты какой. Ах ты какой. Вроде похоже. Не отставай. Ведь от дождя скрылись. Ну как? Блин. Чего? Вроде можно пролезть. Куда-куда пролезть? Сюда, да, вряд ли. Может, на потолке? Нет. Может, дверь? Нет. Че, куда идти-то? Ну, не пойму. Не пойму. Это тупик. Вроде можно пролезть. Да куда пролезть? Черт. Я не вижу. Очень странно, не задизайнили это? Пролезть куда? Блин. Ничего не понимаю. Куда идти-то? Это какая-то бредятина. М-
Не пойму. Он открывает дверь. На потолке ничего нет. На стенах ничего нет. Ух, ну это, конечно, жесть какая-то. Куда дальше-то? А, боже! Я не заметил. Стоп, стоп! Опять солдаты. Цель не обнаружена. Свернуть поиски и явиться в сектор 11. Нас пока не видят. По машинам! Не лезем на след. Он облился. Они ушли? Нет, они еще тут. Самое время передохнуть. Джоэл, посмотри, что тут полезного. Слушаюсь, шеф. От тебя, от тебя. Тут есть что-то полезное. Такое, как ничего и ничего. От... Надо включать свет. Тут ничего нет. Она туда, да? Откуда я пришел? Не отсюда ли я пришел? Наверное, отсюда. Ага, я обознался. Нам сюда через трубу. Трубу. Вроде тут есть проход. Стоп. Я хотел выбраться из такого города отстойно. Так, какой у нас... Правда, там везде, наверное, отстой. Ну, допустим, мы доставим тебя к цикадам. Дальше что? Марлин, она сказала, там своя карантинная зона, и врачи все еще ищут лекарства. Это мы уже слышали, да, Тесс? Она лекарствоподобная. Что случилось со мной, поможет сделать вакцину. О, боже. Она так сказала. А, не сомневаюсь. Пошел ты! Я на это не напрашивалась. Я тоже. Тесс, нахрена мы в это влезли? Вдруг правда. Ну, ведь это очень важно. Вдруг, Джоэл, что? Доведем дело до конца, раз уж начали. Тебе напомнить, что нас там ждет. Я знаю. А что, у тебя выбор есть? Это тебе же выгодно, давай соглашайся. Если все излечится, то, типа, перестанут попадать. Сюда. Пойдем через центр. К рассвету будем у Капитолия. О, это ж те здания, которые были. Надеюсь. Во, ой, издалека было видно. В начале. Ага. Веселые баги. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Цветочек, грильёчек.
А вы где? Ну, конечно. Сюда не надо было. А куда вы пошли? Понял. Отправляемся в Джоэлленд. Вот он каков. Там явно что-то спрятано. Ну как же так? Негоже. Нужно поощрять мое исследование. А, не поощряют. Ай-яй-яй. Эх, нельзя. А это что за звук? Тесс, ты слышала? Да, но вроде бы далеко. Тут опасно? Пока нет. Идем. Опасно, гриль, ясно. О. Ого, нифиговая пропасть. Офиговая. А вот и Капитолий. Сюда. Стоп, я там не все посмотрел. Это просто что-нибудь нашла? Нет. Ищи. А мне что делать? А ты держись рядом с ней. Ну да, ну да. Нормальный приказ. Чё? Эй, Тесс! Иду! Его разорвали. Да. Труп еще свежий. Это плохо? Вероятно. Пойдем-ка отсюда. Покосило здание. Так. Поднимаемся. Это тот самый небоскреб, покосившийся? Прибытие в сектор АББ. Блин. Блин. Похоже, они не дождались подкрепления. Понятно. Зараза, щелк. Зараза. Жуть. Зараза. Что?
Это значит, он давно заразился. То есть они... Зараза. Слепые? Вроде того. Они ориентируются по звуку. Как летучие мыши? Как летучие мыши. Если услышишь их щелканье, сразу прячься. А как же тот этаж? На нем тоже что-то есть? Или там будет завал каменный? Не каменное, но кресловидное есть завал, да. Хорошо. Все здание на честном слове держится. Пригнись. Здание. Вот так. Мышка без ничего. А это кто? Ну-ка, помоги. Спасибо. Пожалуйста. Ерунда. Поищем припасы. Поищем запасы. Вот это же скач. Это точно. Жесткач. На, подлечись. Благодарю. Иди лечись. Ну все, валим отсюда. Что ж такое? Они поставили пустой ящик, чтобы поиздеваться. Да, это забавно. Дверь тайная. Вот так. Да. Чудотворная дверь. Ох, какое. Лежит, что-то лежит. Кирпич кажется круче. Вот мы и побежим. Ужас. Они реально в этом здании. Выход на лестницу.
Вот и пойдем. Так. Это точно то, куда надо? Апотека. Упс, я в ловушках. Отгазеться красиво. А вы где? А, так я отсюда и пришел. А, вот вы где. Теперь сюда. Ты в ловушке, ха-ха. Теперь вы, дамы. Давай, не стой. Ну, дайте пройти, да. Охренительно. Просто не смотри. Что? Ты это серьезно? Неужели это лучший способ пройти? Понятненько. Идем, Элли. Да. И такая махина, все ради того, чтобы окна были чисты. Окна того не стоят, наверное. Не только оружие. Это Last Office. Зомбари будут наказаны. А ты кто такой? Понятно. Помогите мне. Ой, ой. Ну что ж такое? А я думал, что я не видим. Балка. Копалка. Так. А что это девушки не пошли со мной? А, фонарик я забыл отрубить, ясно. Что-то много. Oh.
Блин. Где? Блин. Давай. Бежим оттуда. Нет. А. Щелкуна. Петь бесполезно. А куда делись девочки? Ну все, это конец. Как же мне успеть сменить? А, чё, не видит? Блин. Блин, надо было сначала по аптечку. Надо было аптечку. Ой, лучше убегу от тебя. Аптечка срочно. Еще жива. Ну, крапец. Ужас. Капец. Ну, крапец. Нет. О. Ох, хрень.
А, фонарика не видят. Как тогда? Трындец. Что-то сложно. Сначала того. Да капец! А, ясно. Блин. За угол и спрятаться. Все. А это последний. Надо подкрасться. Птичку сначала. Не только не сюда. Четыре патрона мало, серьезно? Ладно. Хватит. Все, спускайтесь. Отсюда. Надо было деревяшкой его мутузить. Да.
То есть там было что-то, что-то было. Так, вот. Ну, отлипай, ну. Вперед. Погоди. Ну что ж ты не отлипаешь-то? Ну это же ненормально. А ты отлипнешь, нет? Так. А, все, ясно, понял. Я же думал, что баг. Видишь? Все путем. Ага. Опа! Ну, не тормозим. Ха-ха-ха-ха. Я тут подумала, вернем оружие и сможем немного погибнуть. Что я слышу? Ведь ты сам всегда предлагал залечь на дно. Да, ты все не соглашалась. Ну, теперь ты. Поживем, увидим. Сюда. Какие тут нестандартные коридоры. Джоэл, сюда. Он больше не Джоэл, он Анджолина Джоэли. Глянь на рукав. Цикады. Да. Похоже, дела у них и тут хреново. Надеюсь, у Капитолия нас все-таки встретят. Капитолий. Вон там, видишь? Черт! Мы почти у выхода. Ладно, Джоэл, ты вперед, я прикрою. Элли, держись рядом, не отставай ни на шаг. Угу. Не зевай. Понял. Даже так слегка отклоните. Ах ты. Лежать. О, нет. Но это надолго. Вытащил. Вот и все, ножи. Давай, Джоэл. Даю. Еще
еще один. Он ножи на вас не напасешься. О, Харли Квинн. Куда идти? Позвольте, позвольте. Ты еще кто такой? Ясно. Растратил. Кнопку не нажал. Ладно. Фух. Патронов кучу зря потратил, ладно. Ну, нет, не зря. Ты нам и не нужен, да? А, нет, нужен. Нужно его убрать. И чё? Вот. Ну, пошла. Пошли. Вы целы? Да, нам пора. А вы крутые ребята. Просто везение. И оно на исходе. И куда нам, Тесс? В Капитолии в той стороне. Капитолий, Лолей. Все, пока хватит. Нормально.